Утром я убиралась в одном из террариумов и нашла там огромное длинное яйцо. В этом террариуме сидит два древесных варана, синий и зеленый. При тщательном осмотре животных выяснилось, что это яйцо зеленого варана, ведь у нее в животике есть второе, которое она скоро отложит. Пока непонятно, оплодотворенное оно или нет, но мы на всякий случай отнесли его в инкубатор. А вы как думаете?